Ошибка. Система готова. Прекрасно. Итак, наконец-то дождались. Вышла новинка от компании Кобра. Совершенно новый радар-детектор 955RU. Сейчас проверим его в действии. Самое главное, по заявлению производителей, они исправили, на мой взгляд, одну из основных проблемных частей своей продукции. Это очень резкое и неприятное голосовое оповещение и звуковое оповещение. Аж вздрагиваешь. Сейчас посмотрим, как работает новая моделька и действительно ли они это исправили. Так, поставим режим город. Очень сильно потеет стекло, не пойму почему, весь день. Кто знает, напишите в комментах. Просто с кондиционером приходится постоянно ездить. Поставим на полную громкость, чтобы посмотреть, действительно ли сигнал стал менее раздражительным. Сначала по ночной московской пробке. Режим город Макс. Трасса. В максимальном режиме. В режиме максимальной чувствительности. Посмотрим. Домой ехать. Так вот, пробки обратно.